Из сердца Нью-Йорка перенесемся к его окрестностям. Оттуда приходят тревожные новости. В грунтовых водах недалеко от Нью-Йорка после утечки на атомной электростанции Индиан Пойнт зафиксирован повышенный уровень содержания радиоактивного трития. Замеры в контрольных скважинах показали, что содержимое опасного вещества в грунтовых водах в 740 раз превышает существующие в США нормы. Представители компании, которая является оператором станции, заявили, что опасности для местных жителей нет, так как они снабжаются водой не из подземных источников, а из хранилищ, расположенных в Кацкильских горах. Однако специалисты также признали, что грунтовые воды рано или поздно попадут в реку Гудзон, на берегу которой находится как Бьюкенен, так и Нью-Йорк. По утверждению представителей компании, к этому времени содержимое радиоактивных веществ в воде уже должно снизиться до безопасного уровня.